контейнер покормить Машу, ее поперло. Ну иди, давай. Вот мне сейчас честно, только с тобой гуляться. Я, говорит, на ручки пойду. Иди уже, иди. Все, говорит, передумала. Давай. О, говорит, все, настроение испортит. Ну иди, все, я согласна, заходи на ручки. Это я, да. Это какого ты эублифарами пахнешь, если это ты? Ведь я не поняла, как это ты пахнешь чужими этими вещами. Держишься? Не, вот я не люблю, когда ты не держишься. Я ж тебя могу уронить. Держишься? Вот одной рукой, честно, я уже рассказывала, это не прогулка. Альпинистка ты моя, ты себе льстишь. Ты сейчас упадешь. Держись, держись. Иди сюда. Иди. За вас, это я. Ну, либо ты гуляешь быстренько, либо мы будем все-таки есть. Ну да, давай, упади, жопа. Ой, ё-моё, паутину напустила. Ой, все, это там страшно. Ой, это вообще пипец. Ну иди, иди, давай. Раз там страшно, здесь страшно. Держишься? Хреново ты держишься, я тебе скажу. Короче, лирическое настроение у женщины там с луной, наверное, что-то. Говорит, я вроде как гулять, но вот, собственно, как-то не так немножко. Она немножко, кстати, похудела. Да, так что поэтому решила ее покормить. Она говорит, я пойду гулять. И все. То есть там часто спрашивали, как вы понимаете, что она хочет гулять. Ее прет, когда я открываю контейнер, она просится, так сказать, пустите меня куда-нибудь. Поэтому тут и так понятно, что дитё хочет погулять. Держишься? Блин, ну держись. Вот такая, блин, жопа, что... Так, держишься точно, буду переворачивать. А ты... не надо падать. Это ладно, буду так сидеть. Я уже рассказывала, без штатива прогулки фигня. Ну, как бы размер у нас, да, уже солидный. Не с ладошку еще совсем. Ну, тевом я имею в виду. Размер паука всегда измеряется по теву, не по лапкам. С лапками, да, она уже давно с ладошкой, если растопырится. А вот по телу, ну, сколько сантиметров. А те же моя линейка, кстати. Сейчас, может быть, найду. Хотя с ней ходить можно уронить. Поэтому давайте измерения оставим на следующий заход. Как надумает погулять. Держишься? Точно держишься? Красавица. Давай глаза покажем людям. Лицо. Во! Там мордашка мопса, если присмотреться, прям красивая такая, да, прелесть. Вот такой питомец на любителя. Машенька. И кто еще не в курсе до сих пор, Машенька, о, вспышка, у меня телефон садится. Машенька названа в честь свершнауцера Машеньки, поэтому Машенька. Сейчас попробую перезапустить телефон, но он скоро сядет у меня. Вот такая красота снова со вспышкой. Насколько хватит заряда телефона, я вам ее на прогулке покажу. Телефон у меня садится, потому что сейчас у него проблемы с зарядным устройством. Новое пока не покупаю, потому что все деньги уходят тупо на лечение моих питомцев Туси и Гоши. Да, солнце, держишься? Ну давай, чуть-чуть я тебе другую руку дам. Погуляешь и домой пойдешь. Пойдешь? Успела ее пересадить, она чуть не упала, поэтому пошли мы обратно в контейнер. Скажи, я вроде гулять хочу, но на одной руке ни о чем. Ну я уже говорила, Маша, будет у меня больше времени, будешь гулять по двум рукам. Сейчас реально лишнего времени нету. Так что терпи, солнце, терпи. Она будешь? Лень. Что-то я обиделась, наверное. Ой, это вообще ужас, да? Это таракан, он щупай. Ну, распознала, нет? Таракан, да, вот оно. А, говорит, нет. Ну ладно, найти оставлю, сами разберетесь. Реально некогда. Ой, он еще и на меня напал, вообще кошмар какой-то, да? Бывает такое в жизни. Ну, вы потом встретитесь с ним, да, а я пойду дальше кормежкой заниматься. Еще малышей птицеедов кормить. Я их как бы дофигища, по-русски говоря. Кому надо, кстати, обращайтесь.